Он с детства такие номера откалывал. На переспе как-то раз три некрасивых пацана привстали на дороге, как шлагбаум. Повытягали из карманов перья, кастеты, и сами такие смелые стоят. С понтом на мордах сделать нам нехорошо. О. Тогда вы ни разу не подумал. Пожалуй, сходу челюсть. Они от такого здрасте побронили свой металлолом, схватили ноги в руки и до хаты набрать таки еще 5-6 солистов до ансамбля. Так надо ж бежать. Так нет, он стал столбом и... Ну что, доктор, слыхать? Фима, закрой рот с той стороны. Дай доктору спокойно сделать себе мнение. Хорошо, пожалуйста. Мне не мешает. Вот видели? Интеллигентный человек.